Тут Цикер и кто-то еще. Ну а рядом кто? Кто рядом, Ренат? Мартра? Мартра, черная? Ну в смысле, ну в зеленом плаще. Ну посмотри на лицо. И белые волосы. И это мужик. Я не понимаю. Может это не дотер? Может это Абадон? Не, ну почему? А почему у него перебой этот? Это... Ладно, не умничать, тебе не идет совершенно. Пойдем. Ну ты достал меня принижать. Постоянно ты вот настолько, эти вот. Ты настолько высок, постоянно. Что если я включу всю свою мощь и принижу тебя, ты не опустишься. Потому что мощи, нету мощи. Так, куда мы идем? Не знаю. Как уже... называется наш стенд? Omen by HP. Хорошо. А где он? Спроси у любого, тебе любой ответит, где Omen by HP. Вы не подскажете, где стенд Omen by HP? Тебя касается. Ты не должен был спрашивать. Вам прямо и направо, в большом зале, вот там. А, спасибо. Там почти сразу встретите. Да, я же тебе говорю, любой ответит. Ты спросил, то есть сразу... нам ответили, да? Да. То есть любой, можешь... любой ответит, где Omen by HP. Вот можешь у меня спросить. Где Omen by HP? Вот туда пройти направо. Хорошо. Доволен новой командой? Очень. Новый состав как тебе? Идеальный. Кэрри тащит? Супер тащит. Тащер должен быть тащером. Да, тащер должен тащер, быть тащером. Тащер. А на меди как теперь? Супер тащер. Супер тащер? Да. Хорошо. Говорят, его имя Бог. Ты сильный игрок в FIFA? Достаточно. Достаточно сильный? Пойдем играть в FIFA. Я кушать хочу. Ты хорошо кушаешь? Достаточно. ГТО сдашь. Че лучше, подтягиваешься или бегаешь? Бегаю. Бегаешь? Да. Ребята, там Каспер записывают. Записывай, записывай. Это тяжело работать на Игромире. Тяжело писать звук на Игромире. Невозможно писать звук на Игромире. Ну прости, у меня микрофон, я тоже микрофон. Видишь, меня слышно, тебя нет. А? Ну записывайте, записывайте. Тут у нас, да, комментатор по Доте и по другим играм. Очень популярный человек. Я обещал сыграть в FIFA. Где? Я не знаю, вот... На мир а какой стенд? Electronic Arts или какой-нибудь там Lenovo? Найдем, найдем. Ренат. Ты бы смог работать косплеером? Почему? А если бы косплеил, то кого косплеил бы? Если бы кого-то косплеил, я не знаю. Рубика? Storm Spirit старого с пузиком. А ты бы кого косплеил? Так, Верка, Лина, кто еще? Эй! Что тебе? Что делаешь? Ничего. Почему? Ну, как обычно, привык. Ты играешь в Team Empire, что ли? Делай максимально простое лицо. Кого понабрали, непонятно. Что такое я пристал? Нравишься мне. А ты самый умный в команде? Да. Хорошо. А раньше кто был самый умный? Я. Найт Клава. Спасибо. Завидуешь? Чья фирма? Это HP. Отличная клавиатура. Удобно играть? Такая же. Не мискликаешь? Нет. Нет? Хорошо. Димас, кто ты играешь? Шампагу оформил. Клиник в корзину все. Постер выносит, да? Постер выносит. Компьютер новый, но Дота требует. Загрузки все равно. Корзина. Они все мусор выносят. А Мипошка мусор не выносит. Я на штурвале. А, Мипошка тоже мусор выносит. Смотри. Нет, подожди, я сейчас сделаю. Собрал. А? Чисто слот 6 собрал. Во что играешь, кроме Доты? Манечкин играешь? Хорошо играешь? А кто лучше? Я просто смотрел «Теорию большого взрыва». «Теорию большого взрыва» смотрел? Да. Так. И там они ездили на Комик-кон. На Комик-кон. И ты решил, что? А я решил посмотреть, что тут. Куда же они ездили? Ты покемоны пошел? А что тут хорошего нет? Вот, видишь, ничего тут хорошего нету, чувак сказал. Кроме Omen by HP, правильно? Безусловно. Я бы не отказался, если бы у меня дома был такой компьютер. Серьезно? Да. А ноут взял бы, изи.
Ну, ноут тоже. Ну, вообще... Ой, это Оминовский, да? Нет.